Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. С вами снова я, Виталий. Снимаю свой сюжет в Клинском районе Пермского края у себя на хозяйстве. Вот так вот у нас уже выглядит баня. Сейчас нужно будет где-то придумывать доски на обрешетку. Ну и чем закрывать крышу. Сейчас вам еще покажу, насколько у нас заполнился пруд. Сильный ветер, 3 мая, очень сильный ветер. С утра морось такая была противная. Мы ездили в экспедицию, сняли фильм, соединим его и выложим, потому что он позже появится, чем это видео, потому что его нужно будет монтировать. Здесь я просто хотел показать вам баню, что уже сделано, и показать пруд, насколько уже заполнился. Все вокруг острова, везде вода. Везде вода. Сейчас ходили до сада. Когда шли обратно, отсюда утки взлетели, 2 штуки. Ну и вот такой вот островок. Естественно, нужно будет как-то укреплять берега, чтобы не осыпалось. Ну и будем пробовать заводить рыбку. Водичка почему-то зеленая такая, зелененького цвета. Такой цвет морской волны. У нас же раньше здесь было Пермское море. Вот, наверное, из-за этого и цвет морской волны. Ну что, до новых встреч, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Пока!